Добрый день, дорогие мои друзья! Это глубинка Кировской области, Ореческий район, поселок городского типа Стрижи. Удивительное, замечательнейшее, красивое место. Тем, у кого нет зимы, хочу вам представить такой зимний пейзаж. Посмотрите, полюбуйтесь, повосхищайтесь, чем наделила нас природа. Я вас подвожу к семье из елок. Посмотрите, огромные стоят мамы елки и чуть пониже их детки. Это целая семья. Не побоюсь, пройду прямо по сугробу и пройду вглубь леса. В такой тишине застыли эти удивительнейшие деревья. И только звук дятла раздается. Давайте его послушаем. Восхищению моему нет предела. Как же здорово очутиться в таком снежном великолепии и думать о том, что жизнь продолжается, что хочется жить, несмотря на все болезни, которые опутали нашу планету. А вот синичка, послушайте. И звук уходящего поезда. Здоровья вам, бодрости духа и обязательно всегда прекрасного настроения. Всего вам самого-самого доброго.